Ну а теперь пошли на високосный стрик. 3.66. Табут на лэмбом. О боже, лунг. Ага. Ночной лунг старт. Я, правда, не помню, это плохой или хороший тирейд на лунг. Но шот спид хороший. Это уже неплохо. N6 Кузе. N7 ЖЛ. Тут же мейс. Прикольно. Ууу, это была бы сейчас быстрая смерть. Еще могла быть быстрая смерть. Быстрой смертью. Тоже синий хп. Все, чилим. Это на самом деле хороший старт, походу. Это, походу, нормальные терза и дэмэдж, и шот спид. На лунг. Все хорошо. Повезло. Лунг может быть очень хуёвый на старте. Ты тварь? Ты тварь. О, это ключ. Мишки. Блюкап. Правда, минус... Что спит плохо. Ну, ладно. Я думал, все равно оставлю эту книжку. Телемигетон я не особо люблю. Когда он дает айтемы хуёвые. Потом их удалять заебусь. Хонт на хонта. Опять братоубийство. Даже не пойму, где чей. Где какой хонт летает. Блять, хонт испуган, это такое говно. Тихо. Окей, ну ладно. 1 хп старт БТВ. Это он. 1 хп старт. Это был он. Нет, так не попадают, а? Промахиваюсь. Спасибо за 100 рублей новых от тебя, СДР. За открытие комиссии. А я такую уже ел, да? Я такую, походу, уже ел. А, там реально днем рождения. Даже в песне, окей. Кто там? Я получил мейс, да, эффект. Ну, Curse of the Maze. С таблетки. Где ключи? Почему ключей нет? Ага. А, лунг не работает на хорф. О, меня мейс затроллил. О, типа затроллил, в принципе, пофиг. У меня, благо, есть хп уже на сделку все равно. Так. Окей. Ненавижу. Было бы за 1 хп, я бы взял. За 3 хп идите в пизду, блять. С этим копиглазом. Какие 3 синих хп. Грёбаная инфляция, будь она неладна. Привет, Вентор. Походу, прокаем планетария, видимо. Не знаю, что-то не дают ключи. Контракт норм, но, блин, чисто лошадь, не хочу контрактом. Хотя, в целом, на ангелах делать нечего с лунгом. Хотя, там все еще есть 30-геон. У меня там, наоборот, будет получаться, что спид хороший. На 30-геон. Если я его найду. Так что в целом-то может быть не так все и плохо, блять, аккуратно. Брысь от меня. Мирская бомба. Я, по-моему, пока иду на А+, кстати, да, до сих пор что-то я прям
Разошелся сегодня на плюсы. Опять год гейминг пошел. Безошибочная игра. Без изъяна. Пиши сразу, наверное. Господи. Значит, вроде он довольно быстро распиливается. Вот это база. Золотая. 48 hour energy. Да первый плохой, опять юзаем. Визард не работает, правда же? Вроде нет. Пуберти, еще один будет хелсап. Я уже 3 спида получил. Какая хорошая золотая таблетка, обалдеть, что? Я не получил ничего плохого, по-моему. Просто ничего. Это, конечно, прикол... приколдес. Прикольнулись что-то сейчас, по-моему, золотой таблеткой. И золотой ключ. Милые пауки. Скорость смешная. БТВ. Нахера. Вот ебись! Клёбаные тролль-бомбы огромные. Ходят за мной. Плюс пауки. Не, плюс мухи, вернее. И пауки. А! Ну так и получается. Может быть, я не потерял удачу. Не то нахуй выкинет хуету. Не надо. А то сейчас затещу карту, да. Потестим, что она делает. Не-не-не. Не надо. Не надо, дядя. Что? Пока. Full health. Энергия. Ну, когда-то это было бы смешно, конечно, сейчас это... Надо находить войд надо сначала, чтобы это было смешно. И тогда я смог бы, кстати, грипп, наверное, миллион раз запрохать. Оно вроде виспы диплет бесконечно. Я, конечно, могу в теории найти войд, но это все же, мне кажется, маловероятно. Давай тыкаться. Хотя бы до телепорта или до этого дотыкаемся, посмотрим. Репортов нету. Ну не, это какая-то херня. Это какое-то говно. А это неплохо. Правда, пока не знаю, куда это применить. Но потом придумаю. Потом найдем. Потопри дальше. Подожди. А я могу уже, кстати, добустить эту херню или нет? Я ж могу сейчас уже, да, по-моему, блюкэпы дюпать. Но только, блин, что спид будет хуёвый. Это плохой айтем для дюпа. Смысла нет на лунке это делать. Но, в принципе, я, по-моему, уже могу делать копии этого огонька на каждом этаже. Но это просто того не стоит. Я тоже могу взять. Скорости много. То есть он как бы работает так. Ну да.
Как бы да, но как бы минус от спида, это плохо на лунг. Думаю, даже хуже, чем получать лишний тирейд. Надо тут же его удалять. Попробуем перепройти. На сундук не смотрел. Это хорошо. Опять сакрума есть. А, у меня теперь часов нет. Хуёво. Правда, у меня теперь есть Queen of Hearts есть, которая может дать кучу хп. А, все, ну ладно. В принципе, может даже это к лучшему. Теперь что спит нормально будет на лунг. Где? Их новый альбом кого слепнота прошлогодний, я не помню, ну типа новый, наверное, да, насколько это возможно. Здесь где магазин, опять не могу найти. Милые пауки. Это пофиг. Эдмара. Предстаруис. Дамадж. Тара дамадж. Ах ты ж. Да и плевать. Ладно, сливаю деньги. Ну-ка. Уже не зря. Найс. Это же двойная. Так, я вообще хотел бы дьявола на лунг, поэтому я пока не хочу сакуму прокать. Может быть, после этого файта прокну. А, ну да. А, ну токи, ладно. В принципе, похуй на эту удачу. Тогда все же пошли прокнем. Все получится. Все будут нормально кинув хардс хотя бы. Привет на кросс. Не особо нормальный. Вообще не очень. Этого хватает, чтобы запрохать до конца. И потом у меня опять будет это. Часы будут заряжены. На, тащи хуёвейшая сакрума. Я не хочу прохать ключ. Я хочу быть на дьяволах. Нет, баструмы эти не хочу. Шок. Мешок скучный. Так. Все здесь.
карта интересная. Ммм, тренька интересная. Блять, ее запушила, сука. Я ее спасу. Я спасу эту треньку. Шапандора тоже маловероятно, но... Вдруг сегодня тот самый день, когда мы прокаем Пандору с ключом. Именно сегодня. Тот великий день, когда мы это сделаем. Ладно. Тоже того не стоит. Как же козявки тащат. В рундропе был сундук с дамокапом. Конечно. Сразу 5 сундуков. Кучер бегает, спорит. Окей. Неплохо. О, это неплохо. К тому же еще и шотспидап. Это прям вообще хорошо. Наверное, лучше только на Торн фото. Тирейт на лунг. Там большой терзап и... Ах ты ж хуйня. Ну ладно. Типа там большой терзап и шотспидап тоже. Приятно. Споры с пиндами с вами на лопату. Ну почему бесполезно? Получается, можно с этим спиндауном фагота на позже открыть. Типа, можешь не торчить первый этаж. Если, ну, если повезет. И потому что лопата не открыта, я не знаю, как это работает. Типа, ты можешь лопату за спиндаунить, если ты еще не сделал фагот она? Или она просто не открывается? Наверное, нет, да? А, ну вот. Тогда получается реально бесполезная фигня. Я шипы не вижу. Чинить. Так маленько. Я передумал. Теперь деньги хочу. Ну, сейчас походу бутангел. Но, блин, пофиг, хотел деньги закинуть. То автомат что-то сильно пострадал последние дни. Сделка потом еще будет. Привет, Айра. Окей.
Синя пока можно оставить, наверное. Вдруг я успел. Я опять успел, wait, what the fuck. Я сегодня быстрый. Я сегодня прям сама скорость. Прям успеваю на бустраше. Правда, не факт, что успею на бустраше, блин, карту не вижу. Может быть, и не успею. Бомб немного, чтобы рум скипать. Заманчивое предложение, я, наверное, потом этим воспользуюсь, когда полароид возьму. Ой, полароид. Негатив. Уже чуть не обосрался. Да, блять, иди нахуй. А нам на ламбам. Ну да, со свистом успеваем. Опять ангел. Кайф. А, пирсинг. Паразитоид тоже неплохо, блин. Серьезно. Кнопка. Нет, кнопка, конечно, не там нужна. Это даже сложный выбор, я бы сказал. Но, наверное, все же нет. Или да. Да не, я все же думал, пирсинг. Не думал, что будет выгоднее брать паразитоид. Удачи немного, если было бы удачи много, то возможно было бы выгодно. Там намного бы хуйни прокало с паразитоидом. Именно из-за лунга еще в том числе. Все же пробой есть пробои. Так. Нам, полагаю, в другую сторону. Да. Сюда. Какой-то закал опять. Что это за эмоты? Бланкарта. Так, ну вообще я могу проверить магаз бесплатно. Сами, да? Хорош. В этот раз не обосрался. Так, там была мемная карта какая-то. Мемная карта. Так, мемная карта говно. Что рулит дальше? Эта карта тоже говно. А этом руме я уже видел. Ебать. Ее подряд. А это лошадь на фулл хаус. Окей. Теплопия. Тоже, по идее, нахер не нужна. Ну, по итогу, мне тут вроде ничего не надо. Правильно. Типа... один мусор. Вроде ничего интересного не вижу. Вот это было интересно. А, нет. Рюкзак. Да как-то плевать. Это август. Диплопе, да, можно было раньше получить, но мне день этот считать, таймить, когда это нужно бахать, чтобы ее получить.
Все равно я готов с часами дальше идти. Ура, блоки безобидные. Причем мне желтый где-то на один фрейм, по-моему. А потом меняется. Не, наверное, могут все-таки тебя за жопу укусить. Возможно, могут. Если постараешься. Ебанись. Да ёпта. Да ёпта, господи, нахуй. Разбежался. Там что было? Мя. Не стоит потерянного времени. Ладно, наверное, Пандор уже не будет. Я смирился. Тут будет дальность. Будет я мать. Тут Пандора может быть. Своевременно. Причем, по-моему, сделка будет другая. Что дает Пурина? Дальность, я понял. Попробуем другую сделку. Так, только надо не тот сундук открывать. Правый, да, открывал сделку. Надо правый не открывать. Я ухожу отсюда. О, бомб мало. Особо ничего не запушишь. Я рот ебал эти комнаты. Ебаный скартвомб. Есть, в принципе, сделка, кстати, откроется, она вообще может не открыться. Когда я просто потеряю Пурину. Куда ты убегаешь?
можно вернуться, не будет лень это делать. Слишком далеко бежать ради Пурина. Так что будет потеря. Это будет потеря навсегда. Охуенные магниты. Я вообще, наверное, пойду на дьявола с этим. У меня же реально дуалити, что-то задушный дуалити есть. Потому что у меня нихуя, по-моему, сделки ни одной не обладает. Степс 2. Че, хуёво, что я часы проебал? Я бы тогда мог даже в теории, наверное, пойти на дьявола. Ну да. Мог пойти на дьявола и потом передумать и пойти на ангела. Так вроде это работает. В этой игре. Ну, какой-то слабенький по итогу получился. Старт хороший был, что-то по итогу ранг говна. Который, по-моему, еле как тащит пирсинг. Можно было, но мне похуй. Не хочу за Пури найти. О! Это тоже поинтереснее. Блять. Еще не прокол. Вроде нет. Не будь тварью, а. Привет, Плотникова. Это вроде неплохо. Это вроде нормально работает. Это был срун опять. Чемпион срун снова в деле. Почти. Почти правильная карта. Как обычно. Уф. Пойдет. Да, это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну, чего не хватало? Не Пурины. Не хватало этих слезок. Блять, лост. Кринж. Это не Гапи же, да? Это только две части Гапи. Вот не Гапи, а. Обидно. Гапи, но не Гапи. Почти Гапи только. Ну и пофиг. Это тоже, в принципе, Гапи не надо. И так все нормально. Фу. А, да, он даже не стал это. Во вторую фазу переходить. Его просто убило. Прикольно. Прикольно. Без сид энергия прокает. Lucky Food вернулся, серьезно? Я же только что его зарулил. Сразу вернулся. Он за прыщ лопнул на этаже. Все в комнате. Даже нормальный этаж, более-менее. The Empress.
За 30. Кайф. 3.66. Гигем.